Ну что, тест GoPro в море, о котором так долго говорили большевики, прошу считать открытым. Камеру я купил еще в октябре, но сначала мокрый сезон с его дождями, потом поднявшиеся волны, они как-то не очень сильно позитивно влияли на прозрачность воды. Прошел месяц, море стало слегка почище, прозрачность, конечно, еще не 20-30 метров, как бывает зимой, но метров, наверное, 8, может быть, 10 уже есть, что неплохо, по крайней мере, для теста. А поскольку в основном для подводного фото и видео я GoPro-шку играл, то начинаем. До этого на дайве снимал на зеркалку в подводном боксе. Качество, конечно, лучше, все же матрица как минимум в 20 раз больше по площади, но вес. Именно из-за веса я готов мириться с огрехами картинки GoPro-шки. Это пока тестовое видео, приходится привыкать к новым для меня габаритам камеры. Но думаю, что процесс пойдет быстро, и через неделю-две, когда у нас погода должна окончательно повернуть на высокий сезон, будут несколько более осмысленные видео с более красивой картинкой. Снимал в этот раз на пляже Аусан, его многие знают, это километр за Найхарном, на самом юге Пхукета. Сам пляж я не очень люблю, камни, неудобная дорога и парковка, но там есть один большой плюс – собственный коралловый риф, что для подводного видео самое оно. В общем, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Следующее видео будет скоро и, очень надеюсь, лучше. По крайней мере, ярких рыбок точно будет больше. В этот раз, видимо, рыба на дальний кордон ушла, потому что не было ни кальмаров, ни каракатиц, да и из более-менее крупного видел только барракуд, которые, к тому же, и не вошли в это видео, но обязательно будет следующее. Всем удачи!